перед заплывом ожидала. Конечно, хотелось выиграть и показать хорошее время, но время получилось слишком, как бы, для меня это очень хорошее время, поэтому я очень счастлива тем, что я наконец-то впервые выплыла из 27 секунд, и хотя было 24 последний раз, но я довольна, что настолько улучшила его. Это всего лишь лотерея, это всего лишь удача, я считаю. Кому повезло, кто выиграл эту лотерею, тот и становится победителем, потому что вот сегодня повезло мне, поэтому вот так получилось. Конечно, это зависит от малейших мелочей, вот сегодня получилось так, что повезло мне. Но рассчитываю на 100 и на 200, то есть, ну, наверное, в основном на сотню, потому что такая дистанция, 200. Пытаюсь, но на короткой воде завтра вот она будет, и не знаю, не могу сказать, что будет. Но, конечно, хочется выиграть, там меньше поворотов, чем тут, и я буду бороться до последнего.